Добрый день, уважаемые земляки, листинцы, жители Калмыкии. Меня зовут Санчир Горяев, я являюсь директором Центра здоровой семьи. Сегодня мы поговорим о влиянии экологии на здоровье человека. 2017 год является годом экологии. Сегодня у нас в гостях заслуженный врач Калмыкии Виктор Алексеевич Недюлин. Здравствуйте, дорогие товарищи. Ну, наша встреча связана с влиянием экологии на здоровье человека. Мне, как онкологу, известны все эти последствия этих факторов. Высокая заболеваемость онкопатологии, высокая заболеваемость мочекаменной, желчекаменной болезнью – это результат влияния экологии и воды. Так, если взять 90-й год, то высокая заболеваемость рака печени, которая никогда в Калмыкии не встречалась практически, она занимала первое место на юге России. Высокая заболеваемость рака желудка, высокая заболеваемость рака легких и так далее. Если в 90-е годы Калмыкия занимала лидирующие позиции на юге России по раковым заболеваниям, по смертности от них, то с 2016 года наша республика является уже лидером во всей Российской Федерации. Именно поэтому Минздрав России уже второй год подряд направляет к нам специализированные так называемые онкопоезда. Делается это для ранней диагностики, выявляемости раковых заболеваний и назначения соответствующих видов лечения. В целях профилактики мочекаменной, желчекаменной болезни и, разумеется, онкопатологии я рекомендую все-таки воспользоваться предложениями Центра здоровья семьи, которые предлагают прекрасные системы не только для нас, взрослых, но и прежде всего для детей. Лично я уже более 2 лет пользуюсь этой системой и отмечаю прекрасные возможности этой воды. У меня лично было камни почек, периодические приступы, сегодня я их не отмечаю. В рамках одной передачи сложно рассказать о всех аспектах этой острой проблемы. Мы очень благодарны Виктору Алексеевичу за его труды, посвященные влиянию экологии на здоровье жителей нашей республики. И отдельное спасибо за то, что нашли время для общения с нами. Дорогие друзья, если заинтересовала вас эта проблема, задавайте вопросы, пишите комментарии, мы ответим на ваши вопросы. Всего доброго, до свидания.